обратите внимание. Самые первые были на поддержках. Для чего? Чтобы стекло не съезжало. Последние годы ставится такой декоративный перелив. Крепится на саморезы. Стекла не видно, этого нет еще. Вот. Здесь надо ее реконструировать, так сказать, обновлять. Пойдемте внутрь. Здесь плиточка. Здесь бетон залитый. Здесь плитка. Грядки железные. Ну, эти старый торец еще старинный. То есть надо делать реконструкцию. Полку хотел показать. Вот полочка. Вот тут эти крючочки. Это, смотрите, для рассады. Это солнечная сторона, то есть поликарбонат к солнцу защищен, так как у нас стекло. Раз. Все. Убрали, ничего не мешает.